Константин Симонов, майор привез мальчишку на лафете. Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать. Сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему сочтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста. Был исцарапан пулями лафет. Отцу казалось, что надежнее места отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен, и разбита пушка, привязанный к щиту, чтобы не упал. Прижав к груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на лафете спал. Мы шли к нему навстречу из России. Проснувшись, он махал ласковой рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидит этого мальчишку домой, прийти не сможет до конца. Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал, там, в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горд своей земли. За все, чем мы с тобою дорожили, призвал нас к бою воинский закон. Мой дом теперь не там, где раньше жили, а там, где отнят у мальчишки он. За 39 земель в горах Урала твой мальчик спит, испытанный судьбой. И верю я, во что бы то ни стало, в конце концов мы встретимся с тобой. Но если нет, когда наступит дата, тебе, как мне, идти в такие дни вслед за отцом, по праву, как солдата. Прощаясь с ним, меня ты помяни.